Снимаем прямой репортаж. Где горит мусорка возле дома? Да. Марк, скажи пару слов, что там горит? Так горит огонь. Огонь? Большой огонь? Да. Да, мы вызвали пожарных. Сейчас приедут пожарные, буду спасать, потому что огонь настолько большой, который может перейти на дерево, да? Ужас какой. Большой, да? Кошмар, кошмар. Очень страшно. Рядом находятся еще машины. Да, густые. Где же наши пожарки? Будем ждать до эфира следующего. В следующем эфире мы покажем вам, как приехала пожарка и будет тушить этот огонь.